Последние, но от этого не менее важные дорожные работы в этом году проходят на территории медгородка. Работники предприятия «Автодорог» трудятся над расширением стоянок проезжей части и обустройством новых пешеходных дорожек в районе 6-й поликлиники. Что изменится после реконструкции и какие еще участки медучреждения нуждаются в ремонте? Немало челнинцев сталкивалось с проблемой нехватки парковочных мест у 6-й поликлиники. С годами ситуация лишь усугублялась. Теперь в рамках реконструкции дорожной сети здесь почти втрое увеличили площадь стоянки. Для этого пришлось пожертвовать деревьями. Местные жители не были против. Машин было много, людям было негде пройти, это раз. Они как-то ездили, непонятно по каким правилам, но очень счастливы, делают хорошо, нормально все. Даже вот временное неудобство — это все равно ерунда. Но некоторые уверены, расширение стоянки не поможет. Из-за большого количества машин водители продолжат парковаться, заезжая на бордюры и газоны. С появлением парковки проблема не решится. Мне кажется, достаточно будет установить знаки и изредка, хотя бы изредка, за ними следить. Ну, соответствующим органам. Кроме того, у 6-й поликлиники расширили проезжую часть. На одну полосу стало больше. Плюс рабочие залили пешеходную дорожку. Но ремонт коснется не всей территории медучреждения. Сегодня наиболее остро стоит проблема с дорогами напротив детской больницы. Здесь всего две полосы для движения, одну из которых занимают припаркованные автомобили. Но этот участок дорог в план нынешнего ремонта не вошел, отметили сотрудники муниципального предприятия «Автодорог». Здесь появится новый асфальт, но расширение проезжей части не предусмотрено. Хотя именно на этом участке автомобилисты нередко попадают в тупиковые ситуации. Больница же, скорая ездит, пропускать никак. Мало ли, что здесь машины расставлены же, куда деваться. Вот сейчас, например, я не нашла места, мне нужно дать круг, чтобы куда-то встать в итоге, потому что развернуться невозможно. Здесь нужно почистить, во-первых, расширить место для парковки. Другие водители отмечают, что расширять дорогу уже некуда. Придется жертвовать либо пешеходной дорожкой, либо, опять же, стоянкой, что, в свою очередь, тоже придется не всем по душе. Ландыш Капранова, Ленар Мустафин, Челны-24.